Она пишет пьесы, смешные и мудрые, сочиняет сказки, но вначале была «Женщина в песках». Пьеса, созданная по роману Кобе Абе. Это она умудрилась написать диалоги, которые были понятны и в России, и в Японии. Это она умеет так смеяться, чтобы всем вокруг стало светло и радостно на душе. Это она говорит, что всю жизнь работает в театре, но до сих пор счастлива, как в первый день. Драматург и театральный критик Ольга Никифорова. В авторской программе Елены Мамонтовой «Персона грата».